медведях рассказывают разное. Особенно о том, что они уж очень музыку любят. Один таежный охотник уверял меня в том, что если по каким-то причинам птицы покинули лес, то первыми за ними уйдут медведи. Ну, не могут они жить в глухом лесу. Рассказывают, что видели мишку, который сидел, прислонившись ухом к телеграфному столбу, и слушал, как гудят, позвякивают провода. Третьи наблюдали, как медведь, встав на краю пропасти, забрасывал туда камни и слушал, как они гулко бухали на дне, вызывая глухое и протяжное эхо. А вот недавно в глухом селе, расположенный в самой глуши тайги, произошел еще один интересный случай. Собрались как-то вечером парни и девушки на мосту. Сидят на гладких перильцах, песни поют да пересмеиваются. А баянист, знай себе, играет одну песню за другой, чтобы молодежи не скучно было. Стемнело. Брусничные звезды усыпали небо. Молодежь начала танцевать. Завидует танцующим друзьям баянист, но заменить его некому. Вот и пришлось ему сидим сидеть. Вдруг одна из девушек как завизжит, да как бросится бежать. А через какой-то момент всех с моста словно ветром сдуло. Только ничего не понявший баянист как сидел на перилах, так и остался сиднем сидеть. А когда понял, в чем дело, бежать уже было поздно. Перед ним стоял медведь. Да не какой-нибудь там недоросток пескун, а матерый, здоровенный зверище. Глаза его углями светились под луной. Но вот зла в них не виделось. Только любопытство светилось. Да и стоял он в какой-то позе, что казалось, заиграя сейчас баянист плясовую, и зверь с радостью пустится в присядку или настоящего трепака задаст. Баянист не знал, что ему делать. Бултыхнуться через невысокие перильцы в речку. Так там камни пока-то лежат. Упадешь на них, разобьешься. Бежать? Так зверь догонит тут же. Оставалось ему только одно. Сидеть и ждать своей участи. А медведь подошел ближе и уже совсем не смотрел на парня, а с явным любопытством разглядывал баян. Что, мол, за штука такая голосистая? И, казалось, спросил, ну, сыграешь, что ли? А не то отниму твою забаву и унесу к себе в темный распадок. То ли с перепугу, то ли умышленно баянист прошелся пальцами по звучным ладам. Зверю, видимо, понравилось. Он склонил голову и внимательно-внимательно прислушался. Парню даже показалось, что он головой кивнул в знак одобрения. И начал играть баянист. Одну песню за другой, один танец за другим, словно перед ним совсем не хозяин тайги стоит, а цельная большая аудитория, да не просто слушатели, а истинных ценителей музыки. Он играет, а медведь стоит и слушает. Стоит баяну умолкнуть, он недовольно рычит, видать, еще музыки требует. Они играют же так целую ночь. И баянист решился. Он поднялся с перил и, не переставая играть, начал пятиться в тот конец моста, куда убежали ребята. Парень сделает шаг, медведь шаг. Парень шаг, медведь шаг. Так дошли они до конца моста. И тут медведь как рявкнул. То ли благодарил за музыку, то ли по-своему обругал баяниста за то, что мало играл. Потом повернулся и был таков. Прибежали из деревни охотники с ружьями да собаками. Но медведя уже и разыскать было трудно.
Может, это и был тот медведь, которого у телеграфного столба видели. А может, и другой, тоже любящий музыку. Thank you.